Всем привет! Сегодня мы собираем пост окраски Эксперт ПО Ника 900К. Он состоит из следующих деталей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и две маленькие панельки. И шкаф управления. Шкаф управления очень прост. Два поворотных выключателя и кнопка сети. Начнем. Для сборки нам понадобится шуруповерт, сбитый на 13 мм, ключ для затягивания болтов, ну и, в принципе, все остальное должно быть в комплекте. Кстати, чертеж с подробной схемой сборки тоже в комплекте. Собирать пост лучше на полу, в лежачем положении. Это боковая панель. И нижняя полка. Стыкуем сразу серединку, чтобы панели у нас не падали. Болты изначально затягивайте легко, чтобы собрать всю конструкцию. Вот в дальнейшем можно будет подтянуть. Гайки используются самоконтрящиеся, вот такие. Гроверы для них не нужны. Вторую боковую панель. Устанавливаем параллельно первой. Теперь берем верхнюю панель. Обратите внимание, она с отверстием.
разбирается, кстати, все очень просто. Берется болт, на него одевается шайба со стороны шляпки. А с этой стороны прикручивается гайка. Теперь выравниваем панели друг относительно друга в одну плоскость и затягиваем гайки. У нас остается еще одна нижняя полочка. Здесь нет никакой разницы, как ее ставить. Она одинаково подойдет вам и с передней, и с задней части. Ставится она ровной частью вверх.
и затягиваем гайки. Это задняя сторона. Отделить заднюю сторону очень просто. Здесь подрезы под 45 градусов. Здесь мы ставим заднюю стеночку. Чуть-чуть не вылезают, отверстия не совпадают. Надо снова расслабить верхнюю и среднюю полочки. Вот, вставить заднюю панель. И болты спокойно заходят.
Теперь заново протягиваем все гайки шуруповертами. Шуруповертом. Поторопился с протяжкой. Сверху еще 4 отверстия под болты. Эту операцию лучше делать вдвоем. Протягиваем все болты. Последнее устанавливаем фильтр, не забыли? Что фильтр не забыл? Установить фильтр. Где фильтр? Если рейк никаких не будет,
Это прижимы для фильтра. Я понимаю. Потом прижим для фильтра. Выключу? Нет. Ну, подрежет потом. И последнее. Устанавливаем планки для прижима фильтра. Нижнюю и потолочную. Для этого нам понадобятся гайки. Четыре штучки. Прижимайте их неплотно, потому что сейчас мы будем монтировать фильтр. Устанавливаем картонный фильтр и нижней планкой прижимаем один его нижний слой. Выглядит будет вот так. И зажимаем гайку. Вот обратите внимание, с этой стороны часть фильтра заходит под прижимную пластину. Сейчас нам понадобится или порошковый ключик, или трубчатый, потому что глубины бита не хватает для того, чтобы прижать. Берем верхнюю панель, также заправляем часть фильтра под нее. Затягиваем гайки.
фильтром закончили. В поставке, в комплекте также идет вентилятор, либо канальный, либо в виде улитки, в зависимости от назначения поста окраски. Канальный вентилятор используется при окраске деталей водорастворимыми красками, так как движущиеся части вентилятора находятся внутри. Вот это безопасно. В случае, если использовать этот пост окраски для работы с аэрозольными красками на базе растворителей, может произойти возгорание. Поэтому ни в коем случае не используйте данный пост окраски с горючими красками.